Анна Капралова живет в лесном городке третий год. Считает, что эта тихая, уютная территория подходит для мам в декрете. Все рядом и все под рукой. У Анны двое маленьких детей. Все свободное время они проводят на детских площадках. Мы часто ходим на всякие площадки разные, да, бываем везде. Вот, когда увидели эту площадку, нам очень понравилось. Она, конечно, такая здоровская, большая, красивая, яркая. Еще несколько лет назад в центре лесного городка была совсем другая картина. Незаконченная стройка и никакого благоустройства. В планы застройщика входило только возведение многоквартирных домов. Мы вовремя вмешались, не дали построить здесь многоквартирные дома, остановили этот процесс. И вот системно, планомерно развиваем здесь центр лесного городка, благоустраиваем. Появился сквер с разными площадками для детишек совершенно маленького возраста. И элементы спорта, воркаут и вот такой игровой комплекс, на котором мы стоим вместе с жителями. Вот сейчас дали ему название «Лесногородец». Имя кораблю дали жители путем голосования. Почувствовать себя дальним мореплавателем, пиратом и постоять за штурвалом лесногородца могут дети в самом центре поселка. На территории площадки расположены качели, горки и лазы. Для спортсменов предусмотрены тренажеры. Школа недавно была открыта, 2 года назад, как мы запустили лесногородскую школу. Она полноценно работает с большим спортивным ядром, который тоже мы даем пользоваться нашим жителям. Динамика развития лесного городка положительная, отметил глава муниципалитета. Благоустройство будет продолжено. Одна из приоритетных задач – подбор земельного участка для строительства поликлиники и детского сада. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».